Июньские праздники прошли без особых происшествий. Более 1500 полицейских следили за порядком на дне республики и во время проведения школьных выпускных. Об этом доложил начальник столичного управления МВД Валерий Жуковец на заседании Чебоксарского городского собрания депутатов. На улицах нашего города становится безопаснее, подчеркивают правоохранители. Преступлений в Чебоксарах стало меньше на 10% по сравнению с прошлым годом. Снизился и уровень тяжких и особо тяжких. Не допущено серьезных нарушений общественного порядка и иных противоправных действий в период проведения выпускных вечеров Троицы при праздновании Дня Республики. В летнее время, когда купальный сезон в разгаре, особое внимание уделяется безопасности горожан в местах отдыха. На центральном пляже города установлено видеонаблюдение. Патрулируют полицейские на скутерах. С начала купального сезона там зарегистрировано только два преступления – кража сумки и велосипеда. В Заволжье следят за порядком два экипажа полицейских. Мы для себя определили, скажем так, 10-минутный порог прибытия сотрудника по любому сообщению человека, по любому. Ну, практически 100% у нас выполнение этого, скажем так, норматива. Депутаты городского собрания единогласно поддержали передачу школы Олимпийского резерва по спортивной гимнастике в государственную собственность Чувашской республики. Раньше она принадлежала городу. Дмитрий Точилов, Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.